За прошедшую неделю в отделе МВД России по городу Бирску зарегистрировано 443 сообщения о происшествиях, в том числе 15 преступлений. Из них раскрыто 6. Из числа ранее зарегистрированных раскрыто 5 преступлений. Доставлено 50 правонарушителей, четверо из которых задержаны. Выявлено 188 административных правонарушений, из них 119 нарушений правил дорожного движения. Задержано 4 водителя в нетрезвом состоянии. Совершено 2 дорожно-транспортных происшествия. Это наезд на пешехода по вине водителя и столкновение на трассе М-52. Отдел МВД России по городу Бирску напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких.